Здравия желаю. Итак, продолжаем опыты. Значит, что сегодня сделали? Видите, поставил палочку, чтобы регулировать. Четыре лампочки. Батарейка старая. Старая батарейка. Дохлая. Так. Сейчас проверим. Так. Напряжение здесь не падает. Видите? Напряжение не падает, а потихоньку он растет. Вот уже 7,89. То есть система работает. Надо продолжать. То есть придут батарейки, сделаем помощнее это все. Что панель вообще-то до 30 ватт, но с такой системой она много не дает. 4 лампочки вот по 5 ватт вот, осветил. Вот. Они работают, значит, по схеме какой? Значит, лампочки светят на панельку, а с панельки выходит провод, вот два, ну вот, черный, красный, заряжает батарейку. В итоге лампочки светят, батарейка не садится. Была бы батарейка получше, то она бы еще и заряжалась. Пока вот. Но это не важно. Важно, что принцип-то работает. Принцип работает. То есть систему такую применять можно. Наращивать батареи, наращивать освещение, лампочки, мощность наращивать. Можно даже, ну это будет и свет идти, это можно поставить. Не вниз, а наверх вот так же все это приспособить. Будет и свет, и в то же время еще и батарейка заряжаться в дальнейшем. Сейчас пока только сам на сам, то есть самозапит. Потому что эта батарейка, она имеет очень большое сопротивление, и большинство тока гасится, ну старая уже. Ее даже поставить, заряжать, как говорится, под выпрямитель мощный. На 50, на 70 ватт. Она не заряжается ни хрена. Ну так, поддерживает жизнь. А почему нельзя сделать, вот, там советовали мне сделать, значит, сразу лампочка и без батарейки, без ничего, концы сразу на лампочку. Лампочка светит на эту, на панельку. Ну, сама на себя, короче, и самозапит идет. Так не получится, ребята. Почему? Сейчас я вам объясню. Вот я тут нарисовал схемку. Значит так, смотрите. Вот солнечная панелька. Вот лампочка, вот. Так, вот лампочка. Вот мы так подсоединяем, да? Что получается? Получается вот что. Нам надо, значит, вперед свет подать, понимаете? А потом уже выходит. Сначала подать свет, чтобы панелька, значит, получила энергию и стала подавать ток. То есть вперед подать свет. А уже второй этот ток выходит. А так же не получится, когда вот так подсоединяешь. У нас вперед тогда идет лампочка сразу берет. И поэтому, значит, к этой схеме нужна батарейка, или там можно вместо батарейки там, допустим, конденсаторов, кучу там батарею конденсаторов или ионисторы приспособить. То есть вот так вот она будет работать. То есть нужны, значит, это самозапит, но самозапита нужны или конденсатор, или батарейка. Опять же подобрать по мощности. Ну вот такие новости. Продолжаем опыты. Значит, первое — это первые шаги. Вот. Сам процесс вроде пошел. Желаем всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне и исполнения ваших желаний.